Друзья, советую вам посетить канал Сержика. Он играет на PlayStation 4, в UFC 2, Horizon Zero Dawn, For Honor и многое другое. Уже сейчас он собирает тысячи просмотров. Заходите на его канал, друзья. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ссылки в описании. Кстати, если вы хотите шапку, как на его канале, пишите мне ВКонтакт. До 31 марта все бесплатно. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Just Cause 3. Так, у нас тут есть какие-то задания. Мы сейчас на острове Сирока Норд. Посмотрим, куда мы можем пойти. Так, тут все освобождено. Так, неинтересно, или нет? Или нет? Так, Бая освобождена. Так, тут освобождено, освобождено. Вот. Пойдем-ка сюда. Такими друзьями. Наше задание. Склад повстанцев. Оружие мы поменяем. Так. Ну попробуем вот это. А хотя это дробовик. Зачем нам дробовик? А, возьму-ка я вот это. Ни разу не брал. Так. Урона побольше нам нужно. Автоматы. Что он делает? Возьму. Так, транспорт возьмем. Военный транспорт. Ого. Пулеметом, ничего себе. Так. Как сделать? Вот, контрол назад. Вертолеты. Нам нужен вертолет. Вот такой возьмем, простой. Так, а теперь нам нужно куда-нибудь отойти, а то здесь вряд ли он приземлится. Вот сюда, к примеру. Кинем наш маячок. И ждем весь наш груз. Раньше во второй части за это все платить нужно было. А сейчас нет. Это очень удобно. Сюрприз. Так, меняем, меняем и меняем. Все, отлично. Так, походу это все испробуем. Нам теперь на остров, вон тот. Воу, 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 что происходит? Не понял. Что меня так развернуло? Да что такое? Ты повернешь сегодня? Ага, вот. Блин, а чё мне так развернуло? Прям дрифтил. Опачки. Я сюда и хотел. С такими друзьями задание. Сейчас начнем и разберемся тут. Что да как. Сейчас. Ага, выше не летит? Летит. Сейчас сделаем вот так. Поднимемся повыше. И полетим на нашем крыле. Будет намного удобнее. Запретная зона. Да флаг вам в руки. Меня. Так, что там дальше? Летай, летай, давай, давай. Воу. Воу, воу, воу. Так вот как дрифтить, понял. Вот так, полетели. Так, теперь можно и полетать на крыле. Отлично. Круто. Потом, по-моему, у него еще для... вот этого его костюма крыла появятся такие, не знаю, ускорители, если можно так назвать их. Так что, я думаю, смогу очень долго летать. И это будет очень даже круто.
пока мне достаточно этого. Да все уже. А как убрать? Ага, вот. Блин, ну карта реально большая. Вон, посмотрите. Она, наверное, больше, чем Far Cry. По-любому больше. Far Cry немного пробежишь уже пол карты, можно сказать. Но тут очень долго это все. Люди здесь теперь могут вздохнуть свободнее. Так. А, это наши. Хорошо. Начинаем. Мы об этом не договаривались, Шелдон. Значит, теперь договорились, Марио. Я не могу. Мне жаль, сынок. Что случилось? Вижу, ты нашел повстанцев, Шелдон. Как говорит мой пилот Зигзаг, каждый должен внести свой вклад. И ты же меня знаешь. Меценат года уже много лет подряд. Конечно. Это правда. Например, я только что договорился с повстанцами. Ты их спасаешь, они помогают мне, а я помогаю тебе перемещаться с места на место. Что надо сказать? Спасибо, Шелдон. Пожалуйста, сынок. Пожалуйста. Так, отлично. И опять заставка. Что это как за это хрень бесит. Шелдоном? Он дал мне камлинг. Он нам всем дал по камлингу, сказал, это подарок. Ты мне солгал. Он видел, что нам не победить. Это наша революция, но мы сами у него в кармане. Марио, я знаю Тома Шелдона. Я с ним много лет работал, но ты... Мой друг, ты должен говорить мне правду. Извини. Извини, что я тебя в это втянул. Прощаю. Да все, хватит соплей. Пропускаем. Я знаю этого парня. Так, отлично. Лодка на мели. А, там что? Оружие. И что ты хочешь? Сегодня гневается, приятель. Будь другом, помоги добраться до воды. Все. Я этого не забуду. А теперь. Рико, постой вот здесь. Такие сигнальные ракеты, чтобы подозвать моих ребят. И доставить тебя в любую точку острова. Быстро, надежно и даже во время сиесты. А, ладно. Едь. Оттуда намного ближе до Вигилатор Норд. Так, откройте. Так, дальше. Откройте экран карты. Карта. Выберите меню статистику. Откройте экран карты. Что? Не понял. Ага, вот. Выберите манею. Нажмите пробел. Быстрое перемещение. Отлично. Так, миссия выполнена. И все? Это была вся миссия? Так, мне нужна теперь другая миссия. Так, дело не пойдет. Лакос. Надо теперь освободить Лакос, я думаю. Давай-ка сюда переместимся. И теперь надо освободить этот чертов Лакос. С крылом он летает быстрее. Так. Начнем отсюда. Это что такое? Что? Отключить устройство слежения. Так. О. Так, надо на время, что ли, отключать их? Так, где? Где? Не вижу. Ликвидировать? Да ликвидирую сейчас. Вот, нашел. Так, где еще? Моя
Так. Заставляет меня вести всех к заветной цели. Отключил. Отлично. Мои дочери. Так, проверим вот эту пушку. Тьма предвещает приход. Чё? Ага. Прикольно. Да кому ты нужен, придурок? Долой генерала. Вся власть. Точно. Все разрушим, ничего не оставим. Так. Есть. Просто будем летать и разрушить. Что такое? Что так стреляет-то? Ужасно просто. Так, у него пулемет, заберем пулемет лучше. Принято. Так, дальше. Отправляю подкрепление. Остались спутниковые тарелки. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Отлично. Так, сейчас я вам покажу, как быстро можно взлететь. И высоко. Всем постам. Найти меня. Так, тут нету. Все необходимые меры. Так, остались спутниковые тарелки. Газовые баллоны. Вон там, по-моему, стоят, да. Электростанции. Так, тут внизу что-нибудь есть. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Все разрушить надо. Так, готово. Осталось. Это центр. Отправляю к вам дополнительный все. Отряд. Тюремные камеры нужно открыть. Так, отлично. Готово. Один ход открыли. Так, взломать. Да залазь, давай. Так, взлом. Да блин. Хватит уже, отошли от меня быстро! Крысы поганые. Так, пока они не вышли. Так, теперь быстренько давай. Отлично, молодец. Так, пополним наши припасы. Блин, в бронежилетах вот эти придурки. Так. Взломать. Идем туда. Взламывай давай по-быстрому. Вот, молодец. Все, осталось поднять флаг. Так, где он? Вон там. Летим, 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 летим. Так повыше взлетай, блин. Вот, молодец. Какого чёрта? Где этот флаг? Отлично. Освободили очередной город. Я прям себя чувствую спасителем. Гараж и все такое. Весь этот хлам. И победы. Так, гранату взяли. Что у нас там дальше по плану?
Лакос все еще захвачен. Так, вот это вот сюда нам нужно. Быстрое перемещение. Вот мы и прибыли. Так, что тут у нас? Прям сразу вот. А, достанет? Не достанет. Значит, летим. А вот теперь, я думаю, достанет. Или нет? Чего не достает-то? Вот, достало. Круто. Блин, закончились патроны. Воу, 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 воу! Вы чё? Чё это было? Взорвали меня, твари. Так, где это? Блин. Не щадят вообще никак. Откуда вообще стреляют? Так, где он? А, вот. Все, я тебя видел. Так, где ты теперь? Уродец. Вот ты где. Иди-ка сюда. Ага, вот еще один. Ну блин, цель. Ну давай. Летает куда-то. Вот, ну давай, подлети поближе. Вот он, ну давай. Блин. Вот повыше, давай, надо бы поймать один самолет. Так, пускай вот сами уничтожают свое. Так будет легче. Сдохни, тварь. Отправляйте броневики. Так, гусеница-то ладно, с самолетами нужно разобраться. Так. Это не пойдет, мне нужна вот эта штучка. Нет, 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 не взрывайте ее. Взорвали, блин. Все, отцепись давай. Черт, убили меня. Нет? Да, убили. Блин, надо будет как-нибудь разобраться с этими самолетами. Блин, где я появился? Ты наша надежда, Рико! Да. Я не сомневаюсь. Сами-то рукожопы ничего не умеют. Так, ладно. Где? Куда? Куда мне нужно? А, где это? Вот сюда. Так, вот еще задание. Лучше выполню задание. Конфликт интересов. Установить метку. Отлично. Где это? А, вон там. Значит, мне нужен вертолет. Хотя... Возможно, им можно долететь. Кто знает. Хорошо, летим.
Ну, блин, чуть не упал. А тут будет интересная функция, как была во второй части, чтобы быстрее прижимать к себе крюк. То есть разгоняться. Было бы неплохо. Хотя нужно проверить свои модификации. Так. Модификаторы. Что? Как их вообще открывать-то нужно? Не пойму. Ладно. А, нет, не буду. Быстрее, 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 быстрее. Конфликт интересов. Наше задание. Ого. Нормальная такая база. Опять там по-любому придется искать, где трансформаторы, где бочки и все такое. Ну, тут уже долетим. Так, начать миссию. Конечно. Привет. Ты луч? Не знаю. Только без болтовни поехали сразу. Так, добраться. О, неплохой катер, скажу я вам. Ну, конечно, добираться очень далеко. Оу, какой я жестокий. Дайма, а как выглядит сканер? Так, этот вертолет нам совсем не нужен. Неприметный, чтобы не бросаться в глаза. Бесполезный, если его потерять. Надо... Так, ой-ей-ей, тише, тише. Так. Я не должен умереть. Так. Взломать. Понял. Так, друзья, мои хорошие. Что вы мне тут можете предложить? Оу. Так. Разрушим все, что видим. Недорого. Очень даже недорого. Так, вон. Не достает. Очень жаль. Так, надо бы поменять на вот эту штуку. Пока достаточно будет ее. Так, где взломать-то? Вон там. Блин. А взрывает что-то она не очень. Это не радует. Так, ага. Значит, взорвать. Взломать это у них взорвать. Да? Так, что значит поиск? А, понял. Так, дальше. Вот так. Втроем полетели. Так, сначала пойду туда, а потом повыше. Так, пулемет, мой пулемет.
Все готовы? Эй, я не хотел взрывать. Откуда стрелять? А, вот ты где. Отлично. И тут ничего. Ладно, тогда значит пойдем вверх. Так, вон там есть один ящик, два. И тут. Сейчас залезем. Так. Воу! Держи дистанцию, дружище. Нет. Валим отсюда. Блин, сейчас чуть не убили. Ух, твари. Мне в какую-нибудь технику на время. Никто не одолжит. Жаль. Так. Сдохни уже, блин. Вот, автомат получше будет. Эй, поднимись. Так. Прикрепим его вот так. Чтобы не отрывался потом. Отлично. Так. 308. 308, значит. Я лечу, детка. Где это? Где этот снайпер, мать его? Был снайпер или нет снайпера? Сдохни уже, блин, падаль. Вот, молодец. Оу. У тебя есть РПГ? У тебя есть РПГ, я скажу тебе да. Отлично. Немного для счастья не нужно. А, все. Блин, как они долго умирают. Здесь где-то должно быть оружие. Так, вот оно. Для РПГ ничего не дали. Очень жаль. Опа, поиск. Я его нашел. Дайма. Нужно установить сканер на одну из трех решеток рядом с Сималеоном. Он покажет, есть ли там следы очищенного Бавария. Баварского пива? Ну, отлично. Так. А, куда? Куда мне установить? А, понял. Ну ладно, тогда с этим я разберусь попозже. А, 2 километра, блин, мне бы вертолет не помешал бы. Ну ладно, нету так нету.
Летим. Данные показывают, что сканер работает нестабильно. Может, он поврежден. Есть риск взрыва. Поспеши. Эй. Надо поговорить о твоих изобретениях. Вот, нужен был вертолет, он прилетел. Воу-воу-воу, вышь, блин! Не ту кнопку нажал. Посмотрю, что можно сделать, Шелдон. Так, что-то мне подсказывает, что Шелдон этот какой-то жулик. Я с ними разберусь. Да не проблема. Мы уже целую армию положили. Так, где ты? Урод плюшевый. Так, мне нужен твой вертолет. Вот вам, твари, держите. Летим отсюда. Я помню первое задание во второй части. Или нет, не первое. Ну там нужно было подняться на высокое здание. Было круто. Воу. Тише. Так. Я куда-то... Блин, опять тут истребители эти. Черт. Меня убили. Вашу мать. Ну что, я думаю, меня зрители простят. Тут просто не умереть невозможно. Я его нашел. Дайма. Блин. Нужно установить сканер на... Так, иди сюда. Рядом с Симолеоном. Он покажет, если там следы очищенного бабла. Вышел. Блин. Что такое? Так, надо валить отсюда. Да не так, вали, давай, вали отсюда. Блин. Ну, вертолет за мной летит. Рико, данные показывают, что сканер работает нестабильно. Может, он поврежден. Так, никого. Есть риск взрыва. Поспеши. Дайма, нам надо поговорить о твоих изобретениях. Надеюсь, она что-нибудь изобретет для меня. Так, мне обязательно нужен вертолет, чтобы туда добраться. Рико, амиго, не только добраться, чтобы уничтожить эти самолеты. Аварии, тот контролирует Медичи. Знаешь, имея сканер, я бы убедил агентство больше помогать повстанцам. Посмотрю, что можно сделать, Шелдон. Так, тебя, ну давай. Солдаты идут, Рико. Я с ними разберусь. Где они? Воу-воу, не так же быстро. Так. Поднимайся, давай, поднимайся. Блин, мне бы вон тот вертолет. Мне нужен вот этот вертолет, иди сюда. Вот, отлично. Все, один готов. А больше, я думаю, не осталось. Так.
Нужно уничтожить то, что может уничтожить меня. Так, ничего. Так, вот... А, блин, нет. Только хотел подняться повыше. Ну какого черта? Так. Блин. Давай, давай. Ну давай. Идиот. Так, нужно бы мне вызвать какой-нибудь вертолет, чтобы подняться повыше. Вот, думаю, нормальное место. Да, вот здесь. Так. Срочно. Транспорт. Вертолеты. Давай вот этот. Только по-быстрому давайте, ребята. Блин, мне бы истребитель. Было бы неплохо. Все. Выше, 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 выше. Вон там вертолет. Но мне нужно взять истребитель. Или уничтожить его. Одно из двух. Так. Так, вот. Сейчас он должен прилететь. Так, уже прилетел. Где ты, падла? Блин, до них добраться вообще вариант? Так, ладно. Просто ворвусь туда. Все. Оу. Мне же не сюда нужно, чё я туплю? Сейчас надо мной будут все смеяться. Так, ну ничего страшного, я не знал. Установи сканер на решетку у ракетной шахты. Если обнаружим очищенный Баварий, значит Диравелла создал Бавариевую бо... Все так просто и легко, оказывается, было. Ну ладно, посмейтесь. Оу, это что такое? Это я улетел? Надеюсь, что нет. Я знаю, что делать со сломанным сканером. Сканер у меня, Шелдон. Ответь, где ты? Замечательно, Рико. Я знал, что ты мне поможешь. Может, встретимся да. И празднуем в кафе Франческо? Они делают отпадный панель Конполло. Обязательно встретимся, я отдам тебе сломанный... Эту сломанную штуку. В общем... Блин, какое красивое место. Ой, блин, еще очередной город. Который нужно освободить.
заправляла коррумпированная... Разве у жителей Медичи нет права принимать решения? Вообще никакого права нет у вас. Ну и ну. Смотрите, как-то у нас тут. Шелдон, я искренне верю, что ты хочешь сделать мир лучше и добрее. Вот твой бавариевый сканер. Премного благодарен. Спасибо, что заглянул. Вот миссия пройдена. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На сегодня у нас все. Я достаточно потупил уже. Так что, друзья, всем удачи и пока. Подписывайтесь.